Привет, друзья! Мы в Венесуэле. Пробуем оплатить картой МИР товар. Сейчас возьмем какао на 5 баксов. И, в общем-то, картой МИР попытаемся рассчитаться. Ну, а получится у нас это или нет? И это сейчас увидите. Скажу честно, мы еще рассчитываться карты МИР не пробовали. Нам говорили, что ничего не получится, что она не работает. Хотя были вроде новости, что карта МИР заработала. Мы это сейчас вживую в реальности и проверим. А пока мы идем на кассу, я вам сейчас чутка покажу цены. Вот такое какао, 1000 рублей за килограмм, грубо говоря, $1.25 за 125 грамм. И это недорогое какао. Есть какао там в два раза дороже. И цены конские. Колбаса. Смотрите, сколько стоит. $3.50, 120 грамм. Ну, насчет вкуса не скажу ничего. Но это дико дорого. Нарезка в вакууме. Сыры. 300 грамм сыра, 1000 рублей. Ну, как вам? Ну, короче, цены такие европейские здесь. Естественно, местные жители здесь ничего не покупают. Ну, алкоголь и прочие вообще в целом обзоры смотрите в другом ролике. Этот ролик у нас про оплату карты. Покажу несколько цен. Дипломатика. Да? Риттер Спорт, $3, да. Вот у нас такой шоколад. 120-110. Ну, короче, здесь минимум в два раза дороже. Все, к чему вы привыкли, бренды. А вот венесуэльский шоколад — это просто какое-то безумие на самом деле. Я в шоке от цен. Вот. 5 баксов. 100 грамм 5 баксов. Вот такая вот убогая упаковочка. Он даже 100 грамм, 80 грамм. То есть 80 грамм шоколад, 500 рублей. Нравится? Мне нет. Не везде такие цены. Давай попробуем, давай. Оля, держи. Нет, да? Не прошла оплата. Окей, сейчас мы долларами оплатим. Как видите, не работает карта МИР. Окей. Ну вот так. Не получилось карта МИР оплатить. К сожалению, сегодня у нас 9, а у вас уже 10 октября 2023 года. Так что наши братушки из Венесуэлы никак вот не освоят возможности оплаты российскими картами. Это на самом деле накаляет и огорчает. Вот. Меня, в принципе, предупреждали, что не работают ни МИР, ни UnionPay. UnionPay я проверять не буду. Как бы достаточно того, что не сработал МИР. Надеюсь, инфа была полезна. Подписываемся, ставим лайки и всем пока!